Сожжение чучело на маслице. О, дальний удар, хорошо, отличная передача. И вот сейчас усаживает. На... Всех обманул. Шведчиков Александр просто на замахе убрал защитника и не стал бить. Носил. Кто же будет подавать? Это удар, попадает в кого-то из игроков и забивает молодечно. И забивает молодечно. По-моему, это Плюсунов Алексей. По-моему, это Плюсунов Алексей. Дождемся мы когда. Хорошо, здесь красиво сыграно-то на правом фланге у молодечные. Техничные ребята, навесная передача, Козлов, сейв, добивание, вау, он не все-таки забивает, молодечно, но уже Станкевича на третий сейв не хватило, 1-0, молодечно выходит вперед на 40-й минуте, Шведчиков выводит вперед, молодечно, 1-0, ну что творил Станкевич, ну если бы еще и это вытянул, ну сейв сезона мы получили бы во втором туре, я уверен. Гипаренок, навесная. Ой, закручивался очень опасно. Станкевич тащит, падение здесь. Удар по воротам, 2-0. И все-таки 2-0. Козлов забивает, которого много досталось по ходу этого второго тайма, которому прошло-то всего 15 минут. На 61-й минуте уже молодечно удваивает преимущество капитан. Это делает. Мяч к нему отскочил совсем, в одиночестве оказался Юрий и... не. Масловский. Так, нет, это не Масловский. Масловский там рядышком находился. И заброс штрафную. Это идет, и это гол! 1-1 на ровном месте Роман Бурак. Мгновение поднимает он правую руку, вероятнее всего заброс будет на дальнюю штангу. Будет удар, есть момент, но вот это моментище! Вот эту ошибку, конечно же, допускает Даниил Шапко, как и в предыдущем моменте. Неудачно на выходе сыграл. Останется тайна золотого ключика под секретом. Заброс штрафную. Вот это срезка и мяч в воротах. Второй мяч забивает футболисты молодечно. А как? Давайте повтор. Очередная срезка мяча в свои ворота. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, Пнасович находился...